Танцуй, Дима. Как Дима танцует? Танцуй. Танцуй, танцуй, танцуй. Поставили мы еще хлебушек. У нас чиабатта тут. Через 2 часа и 25 минут будет готово. Я поставила сегодня по-другому. 500 грамм. Обычно у меня 750 было. Но сегодня я поставила 500. И корочку самую такую поджаристую. Потому что бывает не пропекается он. Вот. Сейчас пока стоп нажала. Вот что у нас здесь получилось. Зелень. Сейчас я это все перемешаю. Помидорка сверху. Все потушилось. Будем пробовать сейчас. Надеюсь, будет вкусно. Я тоже сейчас вместе с Димой покушаю. Ай, Дима. А Дима с ушками? Да, Дима? Дима гуляет в своей новой коляске. Да? Мы с Димой куда-то забрели. Такой лес. Белый, кажется. Тут зеленый, а вот тут прям беленький. Все, все, поехали с тобой. Опа. Горку. Горку. Здесь мамы гуляют. Доска там какая-то лежит. Красивая, кстати, доска. Обошли тут все кругом. Сейчас с другого ракурса покажу. Тут посветлее. Старая лавочка. Холодно. 21 написано. Холодно. Градусов 15, наверное. Ну вот он лес уже прозрачный становится. Не знаю, как здесь летом, в начале лета. Первый раз набрели на такой, да? На такой парк брошенный. Там типа шалаша. Телевизор какой-то сломанный. Ой, там вообще помойка какая-то. Ощущение, как будто мы в заброшенный город попали. Чего ты бьешься ногой? Тебе ходить хочется? Ну, пойдем. Так, ну вот мы пришли домой. Купила немножко. Корзинка у меня там небольшая. Купила гель для душа. Так, да, гель для душа. Очень, кстати, ароматно пахнет. Фа. Не знаю, я фа еще не пользовалась. Он такой там блестит. Тайна масел. Аромат розового жасмина. Очень ароматный. Я купила 2 штуки. Один я подарю сестре. У нее было день рождения. Вот, не знаю даже, каким пользуется. Вдруг меня осенило. Один грязненький. Осенило это, в магазине, что я не знаю, чем вообще мне пользуется сестра, потому что мы много лет с ней не общались. Вот. И решила купить, ну, так вот подарю как раз такой вот гель для душа. И решила ей подарить мюсли. Вот. Не знала вообще просто, что подарить. Думаю, что еще подложить к этому гель для душа. Понятно, конечно, что они вообще совершенно не сочетаются. Но ходила по перекрестку, понимая то, что идти сейчас в другой магазин. Уже вечер, уже вечереет. Думаю, надо было все-таки идти мне днем. Потому что собираюсь я к ней идти, может быть, завтра или послезавтра, вот на днях. У нее был день рождения. Ну, думаю, ладно. Пускай она будет мой подарок необычный. У нее там какие-то... Она мне дарит классические, а у меня будет необыкновенный. Вот, купила мюсли. Он стоил 65 рублей. Я купила 2, один купила себе. А на него я сделаю отдельный видеообзор. Вот, посмотрим, какой он там внутри. Стоит его покупать, не стоит. Он был со скидкой 65 рублей, а без скидки там, наверное, 125, что ли. Не помню я. Вот. Ну, взяла 2 одинаковых, чтобы там куча всего, короче, было. Было с яблоком, с бананом, с лесными орехами фундук. И клубника, с клубникой, короче, с чем-то. Вот. И купила себе такую большую чашку. Она плотная. Я хотела сначала в фикс-прайсе покупать, но там 200 рублей, они стоят 3 чашки и душлаг типа. Вот. Но они прям мягкие. Я думаю, вот так вот картошку наложишь, возьмешь, она просто сломается. А здесь вот жесткая. У меня одна зеленая,
А здесь купила голубую. Очень люблю голубой цвет. 2 литра. Вот. Там, чтобы что-то помешать. Вот одна у меня зеленая, допустим, зеленая. Или в этой, например, помыл, а в той чистишь что-нибудь. Очень удобно. Хотя бы вот 2 чашки. Она очень удобная. Смотрите, тут ручка. То есть вот она вот идет ручкой. А вот здесь она как бы можно слить. Раз, вот так и слить. Конечно, чашка душлак мне тоже нужна, но покупать за 200 рублей, плюс еще там другие чашки, они очень мягкие, я не буду, наверное. Уже точно не буду. Вот такая она. Прям классная, мне понравилась. Вот. Ну и все, мы с вами прощаемся. Хлебушек испекла. Очень вкусный. Мы полбуханки хлеба с Димой съели. Ну, она маленькая еще получилась почему-то. Вот. И наша с вами рябиночка. Рябинка. Она так по-домашнему, кстати, смотрится. Так классно. Ну да, там еще тарелка грязная. Просто вообще прям не успеваю. Как красиво. На белом фоне. Прям вообще шикарно. Всем пока-пока. С вами был канал Артмания.